Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас традиционный обзор пустых баночек за прошедший месяц март. Набралось вот такая вот сумка, пакет, и отдельно целая бутыль. Всего получилось 295 баллов по ценам текущего каталога. По деньгам это вышло примерно 11 тысяч рублей и всего 24 пустые баночки. Итак, приступаем к просмотру. Что же закончилось? Здесь я честно расскажу, что понравилось, что не понравилось, то, что я буду брать и так далее. Первый продукт, к сожалению, его заказать уже нельзя. Это пена для ванной, объем 750 мл, с чудесным ароматом. Прекрасная, классная пена. Радует то, что в этом году вышла новая пена, тоже с таким объемом. Но эта мне, честно, понравилась больше. Я бы ее повторила с огромным удовольствием. И вся моя семья, мне кажется, тоже. Так, две пустые коробочки от краски для волос. Меня многие спрашивают, какой краской я крашусь. И у меня сейчас получается комбинация из двух оттенков. Первый это 9.0, вот такой светлый оттенок. А вторую я беру 4.54, медный. И в каких пропорциях? Две коробочки светлого и половинка медного. Получается вот такой вот классный цвет. По крайней мере, сейчас он меня полностью устраивает, пока буду ходить в таком цвете. А закончились витаминки. Женская пачка и мужская. Две пачки витаминок. Понятно, что третья тоже на подходе. Чуть-чуть не успели допить. Но вероятнее всего мы иногда забываем выпить витамины. Или я, или дочка. Потому что 21 пакетик должны заканчиваться 21 день. Но у нас немножечко не так. Закончилась маска для волос. Это маска для поврежденных волос, мне она очень нравится. Она меня буквально спасла в это время, когда была смывка волос, и волосы, конечно, сильно пострадали, они совершенно изменились. Ну, масочка меня спасла. И закончился шампунь, тоже из этой же серии. То есть это для такой разглаживающий, для непослушных волос. Обожаю эту серию, постоянно ее заказываю, особенно когда с большими скидками. Так, у дочки закончился гель для умывания Optimals. Кстати, гель ей очень нравится, заказываем уже не первый раз. И сегодня в заказе в новом тоже получили такой же гель для умывания. Поэтому повторяем, нравится, очень, он очень хорош. Такие сморщенные тюбики от зубной пасты. Одна отбеливающая, одна травяной сбор, по-моему, да, с экстрактом трав. Пасты наши я просто обожаю. Мы ими пользуемся на протяжении многих-многих лет. С тех пор, вот как пасты у нас появились, мы их всегда заказываем. Что я могу сказать про пасту? Никаких нареканий нет, менять ее не хочу. Паста мне нравится тем, что у нас их 4 вида. Целых 4 вида. То есть есть разнообразие. Есть вариации такие, что кому-то, например, гель-паста не нравится, как мне. Да, я не люблю гелевые. Но все три остальные мы берем с удовольствием. Пасты хватает надолго, она очень концентрированная, и нужно прям такой маленький горошек, чтобы хватило почистить зубы с кайфом. Больше всего люблю травяной сбор. Я не знаю почему, но у меня такое впечатление, что после этой чистки во рту как будто бы сделали генеральную уборку. Эту фразочку я позаимствовала своей дочке, когда она первый раз попробовала нашу пасту. Она говорит, мама, так чисто во рту, как будто генеральную уборку провели. Поэтому рекомендую, особенно в текущем каталоге номер 5, эта паста идет с огромными скидками. Обращаю ваше внимание. Далее закончился очередной флакончик средства The One. У нас оно для снятия водостойкой косметики. Но я не крашусь водостойкой косметикой. Мне, тем не менее, это средство нравится больше всего. Оно настолько мягко, так деликатно удаляет любой макияж, даже если я делаю там жирную стрелку, много-много туши, тени. Великолепно растворяет все это. При том, что когда я смываю, кожа уже увлажненная, то есть оно такое маслянистое. Из-за этого оно не всем нравится, но мне оно нравится больше всего. Кстати, в этом заказе тоже получила его с большой скидкой, потому что в этом каталоге оно как раз идет по акции. Закончился очередной бальзам для волос. Каждый месяц, если вы смотрите регулярно обзор пустых баночек, вы видите, что каждый месяц мы выкидываем один пустой флакончик. Потому что
пользуемся всей семьей масками, бальзамами, у всех волосы длинные, даже Миша отрастил длинные волосы, кудряшки. Бальзам просто очень крутой, я его поставлю рядом же с его близкими друзьями, шампунь и маска. А вот это мой любимчик. Здесь, в этом флаконе, лосьон для тела с ароматом дыни и кокосовая вода. Аромат просто необыкновенный. И это, по-моему, третий флакон или четвертый. То есть я их подряд много-много пользуюсь, не могу остановиться. Вот настолько мне нравится этот аромат. И лосьон, он очень приятный. Он классно впитывается, после него нет вот этой липкости, потому что от некоторых кремов бывает липкость. Мне она совершенно не нравится, поэтому лосьончики я просто обожаю. А за кожей нужно ухаживать. Если за лицом все ухаживают, мне кажется, редкая девушка не ухаживает за лицом. Про тело многие забывают, только не я. Я все время пользуюсь лосьонами, я беру себе тонизирующий крем, антицеллюлитные, кремы в банках. Мне очень нравится наш медовый крем, вот мед и молоко, такой большой бочонок. Я их всех с удовольствием пользуюсь. Очень редко бывает такое, что мне крем не понравился. Исключение – это только аромат. А в принципе наши кремы, они все очень приятные по консистенции и по там, остаточному эффекту. То есть, что вот наносишь, и кожа сразу становится гладкой, мягкой, там чувствуется увлажнение и такая напитанность. Так, что дальше? Баночка. А, масло для волос, вспоминаю, Элио. Потрясающее масло, обожаю его. Покажу сейчас свои волосы, у меня они очень длинные. И после окрашивания, то есть после смывки, три смывки пережили мои волосы подряд. Вот сейчас окрашиваю, и это масло и маски, они вот просто меня спасли. Масла у меня очень много сейчас уходит. Если кто-то говорит, что масло жирнит волосы, как бы там не очень нравится, это значит, что у вас волосы просто в отличном состоянии, что их не надо увлажнять. Но если волосы обесцвечиваются, там какие-то завивки вы делаете, и они очень сухие, то масло будет уходить вот, ну, не ведрами, конечно, но такими флаконами. Очень-очень много. И мне нравится его аромат. И волосы действительно такие становятся живые, приятные, хорошо расчесываются и так далее. Ой, вы будете смеяться, сейчас покажу вам, что закончилось. Сразу две одинаковые коробочки, и обе сломались крышечки. Это средство, то есть палетка для коррекции бровей. У дочки кончилось, и у меня. И как вы видите, сейчас свою тоже покажу. У меня вот хотя бы я светлым тоже пользуюсь цветом, потому что у меня сейчас волосы светлые. А она светлым-то вообще не пользуется, он прям новенький, целый. Но все равно выкидываем, потому что нас интересуют темные оттенки, потому что брови хочется подчеркнуть, но я комбинирую. Я беру немножко темного, немножко светлого. Вот, закончились еще две баночки. Также закончились. Мы использовали два мыла. Одно с ароматом розы и одно с пряный цитрус называется. Мое любимое, кстати, мыло. Мыло в Oriflame все крутое. Чем оно крутое? Аромат очень приятный. То есть это не дешевка, не какая-то эссенция. Там просто иногда бываю в гостях, у кого-то мою руки, господи, кошмар, мыло просто оставляет сразу такое неприятное и на коже впечатление, и запах невкусный. И я вижу, что мыло раскисает в мыльнице. У мыла Oriflame такого нет. Оно хорошо лежит, всегда такой крепкий, качественный кусочек сохраняется. И оно, когда мылится, у него приятная нежная пенка. И оно сразу все мыло увлажняет руки. То есть после того, как моешь руки, нет ощущения какой-то сухости, стянутости. При этом оно, его надолго хватает. То есть мыло такой просто концентрированный, классный кусочек такой брикетик. Так, закончилась зубная нить. К сожалению, ее сейчас уже нельзя купить в каталоге. Ее так надолго мне хватило. Но вот она закончилась. Придется теперь покупать зубную нить в магазине, потому что я без нее не могу жить. Я все время ухаживаю тщательно за полостью рта. И я считаю, что зубная нить, она тоже необходима. Каждый день прочищается вот эти вот межзубное пространство. Так, что еще закончилось? Все, осталось прям совсем чуть-чуть. Это карандаш для губ.
мой любимый, теплая корица, механический. Все, он кончился. Я буквально им в последний день марта последний раз накрасила губы, и все. Ну, я не сильно огорчаюсь, потому что у меня всегда есть в запасе этот карандаш. Он мой любимый, я им каждый день практически пользуюсь, потому что в основном использую теплые оттенки помады. Два бочонка закончились у меня и у дочки. Бывает такое, что у нас одновременно заканчиваются одинаковые продукты, нами любимые. Вот мой красненький, у нее вот этот вот с гранатом. Обожаем это средство, использую его каждый день на губы. Каждый день мажу локти, постоянно, особенно на ночь, обязательно мажу ногти, локти, потом ложусь спать. Использую для кутикулы. Прекрасно увлажняет кутикулу, пяточки, то есть я когда ухаживаю за ножками, все время делаю масочку из смягчающего средства, чтобы хорошенько напитать кожу ног, чтобы она была мягенькая и гладенькая. Вот. И можно также на все места, где у вас сохнет, трескается, все, что даже на коже вокруг глаз можно носить это средство, оно многофункциональное. Закончился старенький-старенький крем, кстати, я про него просто забыла, а потом увидела, что срок годности уже на исходе, то есть практически все. И я быстренько его использовала, это огуречный крем для тела, у нас был раньше в старых каталогах. Вкусный, приятный крем, но купить его уже невозможно, поэтому я про него рассказывать ничего особо и не буду. Вот и все, вот столько много баночек у нас закончилось. Почему я, кстати, как сказать, очень рада. То есть я люблю эту продукцию, мне она нравится. И все, что здесь есть, ну, все повторим. К сожалению, есть некоторые продукты, как, например, вот эта пена для ванны и зубная нить. Их уже повторить невозможно, просто потому что их нет. Но очень бы хотелось, чтобы вот зубную нить нам вернули, потому что это нужный продукт в каждую семью. Спасибо вам за внимание. Если видео полезное, с вас лайк. Вопросы есть? Пишите в комментариях, может быть, по продукции, по применению или по результатам. Я всегда с удовольствием рассказываю, делюсь информацией о том, чем сами пользуемся. Вот всего вам доброго, вкусных покупочек, классного настроения весеннего и просто будьте прекрасны. С Орифлейм. До новых встреч, с вами была Лилия Донского. Пока-пока. GoPro, стоп видео. GoPro, стоп видео.